Кто-то считает, что погоны не для хрупких женских плеч, однако женщинам удается демонстрировать обратное. Ирина Тишкина работает в органах уже 17 лет, хотя изначально мечтала стать бухгалтером. При поиске работы сказали, что нужен опыт работы. Ну, чтобы не сидеть дома, пока искать работу, предложили пойти работать в полицию. Молодая, быстро адаптировалась, все нравилось, хотелось больше всего узнавать. В начале карьеры занималась секретарскими делами. Сегодня она участковый уполномоченный, рассматривает заявления граждан и разбирается в конфликтных ситуациях. Общается с нарушителями порядка здесь, на рабочем месте. Строгость и требовательность – те качества, которые пришлось выработать в себе. Без стержня здесь, наверное, никак. Выполняешь свои обязанности, как и на другой любой работе. Стараешься помочь людям. Силы черпает дома, хотя туда, говорит Ирина в шутку, тоже ходит работать – женой и мамой. И этот труд тоже ответственный. У меня с детства тоже мама научила всему. Готовлю все. От супов, борщей, и плов, и салаты. Первый, второй, третий компот. Все что угодно. Когда отпуск, выезжаем обязательно куда-нибудь на море. В кино ходим, в парк у нас вот Мытищинский лесопарк открылся, там любим гулять. Работа участкового сложна. Это не только общение с населением, но и ведение административных дел. В городском округе Мытищи более 90 представителей этой профессии. 10% из них – женщины. Вам мои поздравления. В работе с документами дамы более дисциплинированы, так считают большинство мужчин. Как считаете, коллега? Не только с документами. Аккуратность и обязательность – это качество многих женщин, и поэтому им сегодня доверяют очень ответственные места, в том числе технологически сложные. Кажется, для женщин более подходят профессии спокойные и безопасные, но где-то без их умения и рассудительности не обойтись. Оператор котельной – одна из таких профессий. Это оборудование опасное, оно надзорное. На него распространяются правила эксплуатации. Правила эксплуатации и оборудования под давлением, и как оборудование газопотребляющее. Чтобы знать все параметры и особенности этих тепловых монстров, надо изучить все на практике. Каждый котел имеет свою историю и характер. Лучше всего с ним справляются женщины. 25 лет служит у нас оборудование котел. И у них нет права на ошибку. Поэтому и у всех ежегодно проверяем знания. 130 операторов котельных работают в акционерном обществе «Мытищинские теплосети». Все они прошли конкурсный отбор. В финал вышли 6 лучших. Первой с заданием по теории, а это более 30 вопросов, справилась Надежда Чебатуль. Когда готовишься к экзаменам, регулярно читаешь литературу и особенно правила. Чем больше у тебя опыт и стаж, тем тебе легче принимать решения. Вот я, пожалуй, ни на один вопрос бы не ответил. Тем более и опыта у меня нет. А вот от мастерства и умения этих женщин зависит в том числе и наш комфорт, и наша безопасность.